Ряд домов по улице Братская. Санитарная комиссия замечает, практически все малые архитектурные формы окрашены и приведены в надлежащий вид. Как сообщает нашей съемочной группе представитель управляющей компании «Эру», работы будут продолжаться. У нас запланировано 100% по всем домам, которые у нас на управлении находятся, покраска малых архитектурных форм, лавочек, урн, значит, ремонт входов в подъезды, покраска дверей. Это мы все будем делать. Ну вот в этот сезон мы должны все это 100% выполнить. А вот в другом районе города не все так хорошо. На улице Вокзальной жители организовали несанкционированную свалку. На просьбу вывести крупногабаритный мусор управляющая компания не реагирует. Что вам отвечали в управляющей компании? Отвечали: уберем, уберем. Мы даже писали жалобу уже по Иметову, он там по жилищному этому. Ну, ждите, уберем. И... Управляющей компании Комсервис будет выписано предписание, чтобы в ближайший срок устранили недостатки, но по линии ОВД будет составлен административный протокол за нарушение санитарного состояния прилегающей территории к контейнерной площадке. Рейды по проверке выполнения поручения главы города будут продолжаться. Владимир Каташов, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.